А вот это растение называется тамарикс, или еще его называют гребенщик, или даже бисерное дерево, потому что посмотрите, какие маленькие цветочки у него, как бисер. Такие вот мелкие. Такое цветение, нежный цвет, очень красивый. Вот этот кустик, вот, видите, вот мои пальцы, вот он, цветочки такие малюпасенькие. Этот кустик, вот так вот он выглядит. Он немножко лысоватый, он должен еще больше расцвести, но пахнет очень нежно и выглядит совсем необычно. Вот такие.